Судом удовлетворен иск прокуратуры столицы о возвращении в публичную собственность земельных участков общей площадью 2239 квадратных метров и кадастровой стоимостью почти в 4,5 миллиона рублей. Ранее было установлено, что регистрация сделки купли-продажи и перехода права собственности произведена на основании фиктивной справки Министерства об отсутствии задолженности по договору купли-продажи. Материалы прокурорской проверки были направлены в орган следствия и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Решением Элистинского городского суда республики от 28 апреля 2022 года исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда республики от 7 июля 2022 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В настоящее время исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.